на площадку приглашают. Почетный президент единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов. Президент единой лиги ВТБ Сергей Валентинович Кущенко. Генеральный директор единой лиги ВТБ Илона Калина Корсти. Олимпийский чемпион Барселоны 1992 года. Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, член зала славы ФИФА Евгений Яковлевич Комельский. Итак, друзья, серебряный призер Суперкубка единой лиги ВТБ имени Александра Яковлевича Комельского 2023 стала команда «Локомотив Куба». Прямо сейчас ребята получают серебряные медали. Я думаю, что болельщики, которые находятся на трибуне, могут продолжать скандировать название своего любимого клуба. Для ребят это будет очень-очень важно, особенно в эти минуты триумфа. Который все 4 дня находился здесь вместе с нами на ВТБ-арене, болел, переживал за свою любимую команду. И, собственно, все то, что ребята получили сегодня, во многом это и ваша заслуга. Ну что, последние медали сейчас приземлятся на шею, на грудь нашим спортсменам. И после этого мы обязательно сделаем общую фотографию, которая найдет достойное место в клубе команды «Локомотив Кубань». Давайте, друзья, станем чуточку попучнее, все-все-все. Давайте поближе друг к другу. Итак, ну, от трибуны, от болельщиков понадобится ваша энергия. Дайте шума! Отлично, спасибо большое, друзья. Ну, а теперь мы переходим к следующей церемонии. Как вы понимаете, мы только начинаем разгоняться. Вручение индивидуальных призов и специальных призов. Прямо сейчас мы будем награждать лучшую пятерку Best Five турнира. Лучшими в этой пятерке у нас становится команда ЦСКА Москва, а именно Каспер Уэй. За Каспера приз получает президент профессионального клуба ЦСКА Латутин Андрей Владимирович, который тоже бы запросто набросал и 41 мяч и 44, сколько только пожелаете. Второй в этой символической пятерке становится Андрей Воронцевич, команда «Пари Нижний Новгород». За Андреем приз получает президент профессионального баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юрьевич Панов. Третьей символической пятерке становится Джонатан Модли, команда Фенербахче. Четвертого в пятерке мы можем смело наградить игрока команды «Локомотив Кубань» Окара Уай. Это лучшие игроки нашего турнира. Ну и, конечно же, следующий, пятый игрок, финалист в этом, это представитель баскетбольного клуба «Зенит». Окара Уайт, команда «Локомотив Кубань».
Итак, друзья, еще раз давайте пригласим сюда О'Коннора Уайта. Он вошел в пятерку лучших игроков нашего турнира и совершенно заслуженно получает приз.